Здравствуйте, Евгений. Это видео про ваши одуванчики. Итак, одуванчик номер один. Этот одуванчик для Юпитера 37А. Фокусное расстояние запрограммировано 135 мм. Диафрагма от 3,5 до 22. Сейчас я его наклею на специальную полочку и отправлю вам уже в этом готовом виде. Вам нужно будет только приложить эту полочку к внутренней поверхности вашего переходничка КПАН, точно сориентировать средний контакт одуванчика по красной точке на переходнике, зачистить краску по внутренней поверхности кольца по отмеченным границам полочки, обезжирить, нанести клей с помощью зубочистки, которая тоже внутри упаковки с клеем есть. И все. И второй одуванчик. Тоже вот он на моем тестовом объективе. Здесь запрограммировано фокусное для Гелиос 81N 50 мм и диафрагма от 2 до 16. Также очень аккуратно все наклеивайте. Сначала отметьте место установки одуванчика на вашем байонете по красной точечке средний контакт. Отметьте границы, уберите одуванчик, открутите только юбку черную, сделайте в ней нишу, и первоначально можно даже попробовать наклеить одуванчик, чтобы не ошибиться с установкой сразу на клей, на двухсторонний скотч. Кусочек скотча двухстороннего я вам тоже сейчас положу в посылочку. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.